Что такое ГТО, знают даже дети. Дошкольники второго детского сада уже не в первый раз выполняют спортивные нормативы. Причем делают это официально судьями и протоколами. Спортивный марафон «Крошка-ГТОшка» проходит по всей Кемеровской области. Мероприятия, пропагандистские мероприятия, различные акции для того, чтобы привлечь детей к выполнению нормативов. Это у нас сделано акцент для того, чтобы дети у нас развивались именно в дошкольном возрасте. Закладывается фундамент того, чтобы привлечь детей к физической культуре, к спорту, чтобы быть здоровым детям. Перед выполнением норм ГТО обязательная разминка. Нужно разогреть все мышцы. Некоторым из этих подготовишек едва исполнилось 6, но они уже в курсе, зачем человеку заниматься спортом. Занимаемся зарядкой, физкультурой. Девочки, а зачем нужно заниматься спортом? Чтобы быть здоровым. Ребята воспринимают все на ура. Говорят, упражнения похожи на игру «Веселые старты». Дошколята проявили волю, упорство, показали хорошую физическую подготовку. А это уже серьезная заявка на золотой знак отличия ГТО. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.